Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei Nova 12i, и сейчас я покажу вам, как выполнить, как поменять язык клавиатуры. Итак, открываем настройки и проходим в раздел «Системы обновления». Далее здесь мы выбираем язык его вот. Теперь мы выбираем клавиатуру, которой пользуемся. У меня этот Microsoft. Далее я выбираю многоязычное. Нажимаю «Все языки», и здесь я могу добавить язык, который мне нужен. Вот, выбираем любой язык, добавляем. И еще я добавлю. Еще добавлю русский. И таким образом мы добавили языки, а чтобы переключаться между языками клавиатуры, мы можем проводить пальчиком по пробелу. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.